Польша строит новую заставу на границе с РФ. Административное здание будет иметь площадь в 1200 квадратных метров. Кроме того, будет построена смотровая башня. Польша строит в населенном пункте Дубинники на границе с Калининградской областью новую пограничную заставу. Как сообщает портал Force LPL, строительство нового объекта пограничной службы Польши началось в Дубинниках в этом году. Административное здание будет иметь площадь в 1200 квадратных метров. Кроме того, будет построена смотровая башня. Застава должна быть построена к концу 2019 года. Это важный объект, поскольку он заложен в таком месте, которое имеет особое значение, на стыке трех границ на Сувалкском перешейке. Здесь охрана польской границы и вместе с тем внешней границы ЕС является задачей первой важности, заявил заместитель главы МИД Польши Ярослав Зелинский. Он подчеркнул, что в нынешней миграционной ситуации очень важна эффективная защита границы территории республики от тех, кто не должен быть на нашей территории, если они не соответствуют условиям. Ранее сообщалось, что Финляндия возведет забор на границе с Россией. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.